بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на передаче «Исламское право», где обсуждаем практические заповеди ислама. И мы с вами остановились на охоте с охотничьей собакой. Мы сказали, что если дикое животное, чье мясо является дозволенным, добудут на охоте с помощью охотничьей собаки, то при соблюдении пяти условий его мясо будет дозволено к употреблению в пищу. Первое. Собака должна быть обучена охоте, то есть по приказу хозяина она должна бросаться на жертву и по его приказу должна останавливаться. Достаточно, говорится, что если собака сама будет бросаться на жертву, как только увидит ее. Если собака имеет привычку есть животное до прибытия хозяина, то согласно обязательной предосторожности необходимо избегать употребления в пищу такого животного. Говорится, что, ну, однако, нет ничего страшного в том, если собака лишь иногда, да, начинает есть животное или же только пьет его кровь, допустим. Второе. Говорится, согласно обязательной предосторожности, человек, который, как говорится, натравливает собаку на животное, должен быть мусульманин или должен быть ребенком мусульманином, который различает, естественно, плохое от хорошего. И лица, которые испытывают вражду к семейству пророка, не являются с точки зрения шариата мусульманином. Третье. Говорится, что в момент натравления собаки на животное необходимо произнести имя Аллаха. Если говорится, что охотник забудет, допустим, произнести имя Аллаха, то в этом случае мясо животного не станет запретным. Необходимо произнести имя Аллаха до натравления собаки на животного. Говорится, что если имя Аллаха, допустим, будет произнесено после натравления и до того, как собака, допустим, настигнет животного, да, то его мясо будет дозволенным. Хорошо. Четвертое условие. Говорится, животное должно умереть от ран, естественно, который получил в результате укуса собаки. Следовательно, если собака задушит животное или оно, допустим, умрет от страха или из-за долгого бега, то его мясо не станет дозволенным. То есть оно должно умереть, скажем так, от ран, которые получил от собаки. Пятое, когда охотник подойдет, допустим, к животному, оно должно быть уже мертвым, когда подойдет к животному. А если оно будет, допустим, еще живым, то должно прожить лишь столько времени, которое не хватит на то, чтобы, допустим, пережить ему кору. Если хватит, то есть если он подошел и хватит времени, чтобы перерезать горло, но он не перерезал, то оно, естественно, дозволенным не станет. Теперь то, что касается положения об охоте с собакой. Говорится, что, допустим, натравивший собаку, человек подходит к животному, да, которое все еще живо и которому можно перерезать горло. Да? Но говорится, что у него нет при себе ножа или, допустим, нет, скажем так, достаточного количества времени на поиски этого ножа. Говорится, что если в подобном случае животное умрет, то согласно обязательной предосторожности необходимо воздержаться от употребления в пищу его мяса, естественно. И дальше говорится, что если, допустим, охотник натравит, да, на животного несколько собак, то его мясо будет дозволенным в том случае, если все собаки, допустим, будут соответствовать упомянутым ранее условиям, которые мы с вами перечислили. И дальше говорится, что если некоторые из собак не будут соответствовать этим условиям, да, то мясо жертвы с точки зрения шариата будет уже запретным. Если говорится, что обученную охотничью собаку, допустим, натравят на одно животное, да, а оно, допустим, бросится и убьет другое животное, то говорится, что мясо другого животного будет с точки зрения шариата дозволено, несмотря на то, что оно было отправлено на другое животное. Но, естественно, соблюдены все условия. И дальше говорится, что если собака убьет своих животных, то мясо обоих будет с точки зрения шариата дозволенным.
И дальше говорится, что, предположим, да, допустим, несколько человек одновременно, предположим, натравляют одну собаку, и один из них, допустим, не является мусульманином, да? Или же, допустим, натравляют несколько собак, а одна из этих собак, допустим, не обучена охоте, то говорится, что в подобных случаях, согласно обязательной предосторожности, необходимо воздержаться от употребления в пищу мяса животного, да, которое добыто таким образом. И дальше говорится, что если жертва будет убита не собакой, допустим, а охотничьей, предположим, птицей, да, или другим обученным, допустим, охоте животным, то мясо не будет дозволено к употреблению с точки зрения шариата. И говорится, что ну, если, допустим, охотничья птица или обученная охоте, допустим, животное лишь остановит жертву, да, и когда, допустим, к ней подойдет охотник, предположим, она все еще будет жива, да, они просто остановили, то ее мясо будет дозволено в том случае, если охотник заколет его по правилам шариата. Хорошо, теперь мы с вами поговорим о ловле рыб. Говорится, что употреблять в пищу дозволяется лишь ту рыбу, которая имеет чешую. То есть рыба, которая имеет чешую, ее разрешается употреблять в пищу. Независимо от того, много у нее чешуи или мало чешуи, крупная она или мелкая, то есть разницы нет. И говорится, что дозволено употреблять в пищу даже ту рыбу, чешуя которой, допустим, держится слабо и обычно, допустим, спадает при попадании этой рыбы, допустим, в сети. Но, естественно, не дозволяется употреблять в пищу рыбу с очень мелкой чешуей, которую в народе, допустим, не считают за чешую. То есть, возможно, это и есть чешуя, но в народе не говорят, что этой рыбы, допустим, есть чешуя. Да? И говорится, что если живую рыбу извлекут из воды, и она при этом умрет вне воды, то говорится, что она будет чистой и дозволенной к употреблению. Понятно, да? То есть, извлекли рыбу из воды, она умерла, допустим, вне воды, то она считается чистой. Если рыба попадет, допустим, в сети и умрет в сетях в воде, то она также будет дозволенной. Но если рыба сама по себе умрет, естественно, в воде, то она будет с точки зрения шариата запрещенной. И дальше говорится, что если рыба сама выбирается из воды, допустим, на сушу, или, допустим, на суше ее выбросит волна, или она, допустим, останется на суше из-за отлива, да, а затем, допустим, умрет вне воды, то она будет, естественно, запрещенной с точки зрения шариата. Но говорится, что если до того, как эта рыба умрет, ее поймают, допустим, руками или каким-либо приспособлением, то в этом случае она будет, естественно, дозволенной. Хорошо. Дальше. Дальше говорится, что рыбак, да, говорится, что не обязательно должен быть мусульманином. То есть тот, который ловит рыбу, не обязательно должен быть мусульманином. Следовательно, если, допустим, ее поймает иноверец, то эта рыба будет дозволенной к употреблению. Также говорится, что при ловле рыбы не обязательно произносить имя Аллаха. И дальше говорится, при покупке рыбы на базаре или в магазине необходимо иметь уверенность в том, что рыба была извлечена из воды живой. Или же она умерла, допустим, в воде после того, как попала в сети. Если рыба приобретается, допустим, на мусульманском базаре или, допустим, с рук мусульманам, то она является дозволенной, даже если неизвестно, живой она была извлечена или нет. Если рыба приобретается с рук иноверца и неизвестно, живой она была извлечена из воды или мертвой, или, допустим, живой она попала в сеть или уже мертвой, то такая рыба является запрещенной. Но если вы точно знаете, то в данном случае вы можете ее кушать, она считается дозволенной. Дальше говорится, что сомнительное употребление в пищу мелких рыбешек в живом виде, допустим, да? То есть мелкие рыбешки в живом виде. За исключением острой необходимости в лечебных целях. Хорошо. Дальше говорится, что если пожарить живую рыбу, то ее разрешается употреблять в пищу. Если человек обнаружит на суше, допустим, живую рыбу и убьет ее, то ее также разрешается употреблять в пищу. И дальше говорится, что если живую рыбу вне воды разделят на две половины, предположим, затем бросят одну половину в воду, и эта половина, предположим, умрет в воде, то сомнительно употреблять, допустим, пищу, оставшуюся на суше вторую половину.
И дальше говорится, креветки дозволены к употреблению в пищу. То есть те креветки, которые есть, да, обычно продают, и в России очень тоже распространено употреблять их в пищу, они являются с точки зрения шариата дозволенными. Хорошо. Теперь еда и питье. Говорится, что дозволенные и запрещенные животные. То есть сейчас мы будем с вами обсуждать дозволенные и запрещенные животные. Говорится, мясо коров, верблюдов, коз, овец являются дозволенными к употреблению в пищу. Также говорится, что дозволяется мясо диких буйволов, оленей, лосей, баранов, коз и, естественно, антилоп. То есть это тоже является разрешенным в употреблении в пищу. И дальше говорится, нежелательно употреблять в пищу мясо лошадей, ослов и мулов. Мясо абсолютно всех хищных животных является запрещенным к употреблению в пищу. Также запрещенным является мясо слона, зайца и насекомых. Из морских и речных обитателей дозволенным к употреблению в пищу является только рыба с чешуей и креветки. Следовательно, рыба без чешуи, то есть лягушки, устрицы, кальмары, крабы, раки, омары, осьминоги, то есть рыба без чешуи и вот эти данные перечисленные, животные, да, лягушки, устрицы, кальмары, крабы, раки, омары, осьминоги являются все запрещены к употреблению. Мясо кур, уток, гусей, индейки являются дозволенным к употреблению в пищу. Запрещено употреблять в пищу мясо хищных птиц. Также запрещено употреблять в пищу мясо птиц, которые в полете расправляют крыльями, то есть они не машут крыльями, а парят, или же, больше парят, чем, машут крыльями. То есть больше парят, чем машут крыльями. Да? Но если они, машут крыльями, то их разрешается употреблять в пищу. Говорится, что мясо тех птиц, которые при полете машут крыльями или же больше машут, чем парят, являются дозволенным к употреблению в пищу. Например, голуби, куропатки, тетерева и так далее. То есть их можно употреблять. Нежелательно употреблять в пищу мясо удода. Удод — это такая птица. Хорошо. Говорится, что если от животного, то есть от живого животного, отделить мясо или жир, то отделенное мясо и жир будут запрещены к употреблению в пищу, если от живого вы это сделаете. Если вы убьете, если по шариату заколоть, овцу, а потом отделить, после того, как она умерла, по шариату, да, потом отделить этот жир, в этом нет ничего предосудительного. Но до того, как она умерла, это нельзя делать. Согласно обязательной предосторожности, 15 частей тела дозволенных животных с точки зрения шариата являются запрещенными к употреблению в пищу. Первое – это кровь, второе – это половой член, третье – это яйца, четвертое – это влагалище, пятое – это матка, шестое – это запрещенная железа, седьмое – это небольшое вещество величиной с горошину, да, которое находится в головном мозге, восьмое – запрещенный спинной мозг, находящийся в спинном хребте. Девятое, находящийся по обе стороны шеи жир, протянувшийся до спинного хребта. Одиннадцатое, это желчный пузырь. Это десятое было, желчный пузырь. Одиннадцатое, это селезенка. Двенадцатое, это мочевой пузырь. Тринадцатое, это глазной зрачок. Четырнадцатое, это вещество, находящееся в копыте. Кажется, что все эти перечислены выше, вещи относятся к крупным животным. Однако мелких животных, например, воробье, да, невозможно отделить эти части тела. Поэтому, говорится, нет ничего страшного, если эти части мелких животных будут употреблены в пищу. Хорошо. Теперь запрещенные еда и питье. Мы с вами поговорим именно об этом. Говорится, что запрещается употреблять в пищу и питье скверну и оскверненные предметы. И о видах скверны мы с вами говорили ранее, да, когда обсуждали раздел чистоты. Уважаемые братья и сестры, я смотрю, наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся. На следующей передаче продолжим наше обсуждение. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма صلي
على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد